Короче, сегодня я на улице нашел вот такую вот машину. Сегодня мы его будем разбирать на запчасти. Он был полностью заросшим. Я его только что хорошо помыл. Что у него открывается? Вот у него открываются двери. Вот. Он полностью уже испорчен. Полностью. Его никак не восстановить. Поэтому сегодня я его буду разбирать. Наблюдайте за процессом. Сейчас я вас только поставлю. Вот так вот поставлю мазик. На мазик я вас поставлю. Вот. Все. Вот. Ну, тут вот и передний гвоздик откручу сейчас. Все, передняя часть уже откручена. Заднюю теперь погнали. Задняя тоже идет. Отлично. Все, я его полностью разобрал. Так у него нету завода инцерного, офигеть. Сейчас я вам покажу, что у него внутри. Ну вот, вот такая вот микросхема у него в RZMS-сити. Сейчас будем доставать интерьер. Сейчас мы его разберем. Ой, тут гвоздик! Гвоздик. Впереди тоже должен быть гвоздик. Вот он. Все. Как бы не потерять бы их. На 203-й положим. Погнали. Так. Давай. О, идет. А, нет, подождите. Ничего у нас все не пошло. Он приклеен. Он тут приклеен. Какой гений его приклеил? У меня один вопрос. Он реально приклеен? Серьезно? На нем, походу, держатся и двери. Ладно, фары. Фары в помощь. Ё-моё, тут одна фара испорчена. Я его, короче, буду восстанавливать сегодня. Сейчас, сиденье мы вот так вот. Давай. Вот только зад идет и все. А дальше ничего. Ай, палец придавил. Шевроле Корвет. Я, наверное, полностью окраску сдеру и покрашу его. Или нет. Сейчас попробую содрать немножечко. Отлично, можно содрать краску. Будем тогда стирать. И подкрасим его потом в черный. Сейчас я вам покажу, каким он был. Вот таким вот он был. Запомните его. Кстати, я сегодня не один. Мне сегодня будет помогать. Знаете кто? Мне сегодня будет помогать дядя Олег. Вот он. Всем здравствуйте. Сегодня я буду помогать Артему разбирать, ну, делать вот эту вот машину. И я потом на нем буду гонять. Правда, я не знаю, где мне взять передние колеса, но это ладно. Поищем потом какие-нибудь передние колеса. Эк. Господи, как он держится? У меня один вопрос. Седухи достанутся? О, я могу седухи достать, кстати. Давайте мы седухи, наверное, и достанем. Первым же делом. Господи, мне неудобно. Вот так вот. Седухи, давайте доставайтесь. Ага, надо, чтоб очередь шли не одинаково. Я понял. Я вот буду вот здесь вот. Надо тут попробовать под отверточкой. Если они вас прилетят, извиняюсь. Не. Вот так вот идет вообще идеально. Вообще идеально идет. Он держится. Так вот идет идеально.
Серега, ты мне вообще будешь помогать? Иди, Сережа. Я помогаю. Интересно, и чем же? Давай, давай, не оставайся хотя бы. А, ой, я ее ломаю. Так, я ее ломаю. А, господи, как мне достать этот салон тут? А, тут гвоздик. Тут гвоздик. Вот этот гвоздик. Вот этот гвоздик. Я тут ломался, разбирался. А тут, оказывается, гвоздик был. Господи, что он не откручивается? А, вот, все, пошло. Я и не такие гвозди откручивал. Я вот, сейчас я вам покажу. Я в этом 203-м, в нем, по-моему, 12 гвоздей. Я их закручивал, раскручивал и закручивал. И чтобы вы знали, это было трудно очень. Откручивайся там. О, шло, шло. Пошло, пошло, пошло. Все. Отлично. Все будет, значит, норм. Господи, я одной рукой его раскручиваю. И то мне трудно. А фары задние, интересно, возможно достать? Не, невозможно. Надо салон доставать. Давай откручивать эти гвоздики, вы задолбали меня уже. Гвозди тупые. Ужас, и ужас какой. Ура, я открутил интерьер. Вот этот гвоздик. Вот этот гвоздик. И самый кайфовый момент. Тут еще эти двери держатся на двух болтиках. Я и так уже сколько открутил. А тут еще мне надо двери откручивать на двух гвоздях. Отличная новость. Фары хочу первым делом достать задние. Они вот мне будут мешать, кстати. Так, смотрите. Все, я их достал. Вот такие вот у Корвета фары. Под значок Корвета. Ну что туда, погнали двери откручивать. Чувствую, потом я его никак не соберу. Или соберу, я не знаю. А, так тут двери легко откручиваются. О, открутил. Под цвет немножечко. Смотрите. Вот так вот снимаем мы дверь. Все, я дверь. И салон сразу же вылетел. Ну как салон, интерьер. Вот он такой. Этот интерьер. Интересно, руль крутится? Не, руль не крутится. Гады. Разомасите, блин, они могут сделать руль. Кстати, мы сейчас будем еще... Ему! Смотрите, вот как одна фара была испорчена. Одна просто покрашена в черный, а другая нормальная. О, другая нормальная. И вот эта штучка для фар. Вот. Гвозди! Как бы не просрать. Вот. Примерно эта затея вот так вот выглядит. Или где так? Да, по-моему. Да, все так. Сейчас я их соберу, чтобы потом не мучиться сразу же. Господи, что они не собираются? Ай, потом. Сначала вот эти вот положу. А, так они. Вот. Вот, вот так. И потом вот эти. Все, я эти фары легко соберу. Я даже мучиться не буду. Я даже париться не буду. Их там легко собрать. Сейчас я все расставлю и покажу я вам, и что у меня за итог вышло. Сейчас я все расставлю. Сейчас я последнюю детальку откручу, и все, я потом буду расставлять, и все, и покажу вам. Я даже стекло достану, мне надо стекло это вымывать. Оно некрасивое у меня. Все, последний болтик. Все, и вот эта дверь. Доставайся. Кадина. Кадина у Кадина, давай доставайся. Ну, давай. О, досталось, ура. Стеклышко. Стеклышки тоже прикручены, вы хотите сказать? А, нет.
Все, я стеклышки достал. Все, я все сейчас понаставлю, что у меня вышло за итог. Короче, вот у меня вышел итог. У меня тут лежат вот дверьки. Фары тут, ну еще интерьер. Тут днище кузова и колеса. И вот, интерьер и кузов сам. Вот так вот выглядит полностью разобранный кузов. Просто кусок металла. Сейчас мы первым делом будем его чистить. А мы его чистить будем 500 лет. Отверткой особенно. А чё париться, духи для чего сделаны? Точно. Сейчас приду, погодите. Короче, я уже вот тут вот полностью все настроил. Ну, еще у меня вот тут вот гвоздики, я их вот сюда вот положу. Кузов мой полностью готов к смытию. И только что мне надо смыть. Полностью кузов, кусок фары, двери и стеклатуру. Я сейчас вот сюда поставлю. Моих духов мало осталось. Очень. Ё-моё! Погнали крышу вытирать. О, господи! Весь платок в нигерс превратился. Ё-моё! Ё-моё! Я весь нигерс выложу. Сейчас. Мне, походу, и ни одной салфетки достанется. Господи, шикой норм. Ну, если нет, ладно, мою. Но не оставайся. Так. Короче, я сейчас его полностью просто накрою. И пускай постоит. Короче, пока что у меня вот так вот вышел процесс. Вторая часть будет, наверное, завтра. Всем пока. Ждите вторую часть, потому что я не хочу так особо много делать видео длинным. Вам будет неинтересно, наверное, все подряд смотреть. Поэтому напишите в комментариях, что мне еще делать. Но я его буду улучшать. Всем пока-пока.